Спорт миллионов в прямом эфире РТВ Иваново. В 2019-м наш телеканал возобновляет трансляции домашних игр футбольного клуба «Текстильщик». В этом году прямые эфиры выходят на новый уровень. Больше камер, современная графика и, конечно, отличный футбол. И это далеко не все, что ждет наших телезрителей в грядущем сезоне. Мы разрабатываем систему вместе с... со стадионом «Текстильщик», установки камер, новые расстановки камер, которая была бы более, скажем так, продуктивная. Так как на данный момент мы... Какая ситуация? Мы ставим камеры туда, где есть место. А на самом деле мы должны ставить камеры туда, где будут самые сочные, самые красивые кадры. Примечательно, что РТВ – единственный телеканал, который в прямом эфире транслирует игры футбольных клубов второго дивизиона. Добиться этого удалось благодаря слаженной работе профессионалов. С «Текстильщиком» мы сотрудничаем очень давно, еще до прямых эфиров. Однажды мы поняли, что зритель требует полного освещения футбола, полного освещения этого мероприятия. И мы таким образом пришли, собственно, к прямым эфирам. В новом сезоне только на нашем телеканале еще больше захватывающих матчей красно-черных, больше эмоций и ярких футбольных побед. Следите за анонсами прямых эфиров и ничего не пропустите. Максим Серебряков, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.